355 долларов, ничего не покупаем. Ладно, поехали. Нубик, давай. Пожалуйста. Проедь еще немножко побольше. Ай, куда нас... Да. ТНТшка нас никуда не откинула. В нужное место. Так, фига, одни эти ноги попадали. Так, проехали. Давай. Еще немножко. Чувак, вон. Совсем чуть оставалось до ТНТшки. 500 долларов, все равно мы ничего не можем приобрести с вами. Это просто ужас какой-то. Ужасно просто. Ничего не можем купить. Ладно. Ничего страшного. Так, ох ты, ТНТшка. Ох. Нифига. Отбросила нас. Так, здесь вторая ТНТшечка будет. Вот на нее надо нарваться. А вот почему вот на вот эту ТНТшку я не могу? Давай немножечко. Да ё-моё! Ладно, едем вперед. Не получилось у нас на эту ТНТшку забраться. Та слишком выстреливает мощно. Очень нехорошо, ребята. Трассы мы проехали. И отправляемся, естественно, в гараж. Ну тут, в принципе, много чего можно прокачать. А теперь мы можем прокачать, ребята. Ну, давайте бензинчик. Больше топлива в бензобаке. Посмотрим. Нифига. Прям не сильно и много. Я думал, там прям нормально дадут. Бензин этого самого топливного бака. Вообще мало. Ну ладно. Будем, что имеем, с этим и поедем. Золотые колеса нам не помогают. О, давай. Видишь, у нас взрывает слишком. Ой, нормально, прям встали. На этот раз мы попали как раз в нужное место. Ой, колбасит прям не по-детски. Это мы в пустыне, ребята, с вами путешествовали. О, теперь нормально денег нам заплатили, 600 монет. А теперь мы на 800 мы с вами, ребята, конечно же, двигатель купим. Вот, движок, поехали. С новым мощным движком. Теперь уже прям нормально быстро. Ой, прям смотри, тентуха не в ту сторону у нас киданула. О, давай, Думбик, давай, быстрей. Зомбарей фигач. О, еще ТНТшка. И куда нас выкинула? Плохо. Очень плохо. Она нас выкинула вообще назад. Хотя должна, по идее, вперед кидать. Да. О, еще одна, давай. А нет, подожди. Давай. О, опять назад. Что-то сегодня назад нас кидает и все. Ладно, сейчас денег, если будет достаточно, еще стрелы возьмем, купим. Еще купим стрел. Да, ё-моё, смотри, откидывает назад, все. 411 долларов, 600 долларов. Так, а что у нас за двигатель без цены? 1000. Ну, с ума сошли, 1000. Да, цены тут очень дорогие в этом магазине. Всем привет, друзья, мы играем в Hills of Steel 2. Так, вот у нас есть такой танк. Маленький. Сейчас посмотрим. Ой. Тихо. Давай назад немножко пойдем. Давай. О, получай, на. Так ты что, такой сильный, что ли? Алло. Так, а что это у меня за суперспособность? Ого. Расфигачили мы. Так, этого теперь надо добить. О, время кончается. Да ё-моё. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. А, еще и взорвали меня под конец. А, хорошо. Победа. Ну, это уже лучше. Так, что у нас здесь есть? Так, добро пожаловать. Держите 99 рублей. Держите 99 рублей бесплатно для начала. Так, иди нафиг. Что у нас здесь есть? Открываем. Ученический, разблокировать. Через 5 секунд посмотрим, что будет в этом сундуке, ребята. Открываем. Ух ты. Монеты, 30 монет. И еще мы взяли карточки. Карточки для нового танка. Джокер. Ага, улучшение готово. Давайте улучшим. Наш Джокер. Получим уровень 2. Хорошо. Сражение с боссом. Давайте сражение с боссом попробуем.
Выберем нашего Джокера. Так, 4 игрока найдено. Ага. Так, появился босс. Уничтожить босса. Хорошо, едем, едем уничтожать босса. Так, у нас дается 2 минутки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какие бомбочки. Ладно. Так, у меня стреляет не особо далеко, да? Ладно, поехали. Оп, нифига. Он меня зафигачил как, ё-моё. Давай, ну попробуем. О, меня взорвали так быстро. Вот это босс. А, это можно перерождаться. Ну тогда нормально еще. Так, успеем, мне интересно, до босса добежать. О, хорошо, давайте, ребята. Уничтожим босса. Ё-моё, 46 секунд, и у меня зато есть супербомбочка. Все хорошо, сейчас мы эту супербомбочку используем. На этом враге нашем. А, я даже до него не дошел. В смысле, алло? У меня есть суперудар, но я даже до босса дойти не могу. Вот это мощный босс, а, слушай. Да ё-моё, на! Получи какой, хоть какой-то удар я ему дал. 13 секунд осталось, ребята, давайте быстрее. 9 секунд, 8. Ай-яй-яй, не успеем, не успеем. Да пока я доеду до этого босса. Да, вообще нереально с боссом воевать. Ну, естественно, поражение. Ну, ладно, продолжим. Давайте просто поиграем. Поймай звезду. Берем нашего Джокера. Так, загрузка. Сейчас посмотрим. А, ну все, всех игроков сейчас найдем. 6 игроков уже загрузилось. Поймай звезду, собери звезды, чтобы победить. Хорошо. Хорошо, хорошо. Отправляемся в бой. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Что здесь происходит, ребята? Так, вот звездочки, звездочки. Так, одна звезда есть. Ох ты! Он прям меня прицельно, представляешь, начал стрелять. А почему это у них больше звезд? О, еще игрушка зависла, да? Ну нафиг. Так, поехали, поехали. Едем на синенькой машинке. Так, у нас опять-таки двойные монетки. Попробуем немножко заработать. И максимально проехать, пока мы сможем. Так, у нас есть еще магнит, что очень хорошо нам позволяет собирать монетки как раз таки. Эти двойные все, мы все можем собрать. Так, спокойно причем. Так, я не помню, тачку я прокачивал немножко, да? Поэтому, возможно, мы проедем больше. Ну, хотя, если бензин не будет. Никс. Ну вот. Видим, продолжаем движение. Кстати, у меня еще есть тачка интересная. Вот если ее, может, покачаем. Это вот такой трактор большой. Мне кажется, она здесь тоже далеко проедет. Нужно немножко прокачать будет движок. Так, уже у нас почти 125 тысяч монет. Вот, это большой плюс. Нет, здесь отрываемся. Он, в принципе, нам отрывать-то не нужен. Вот. Магнит вообще выручает. Как раз все монетки мы соберем. Ни одной не пропустим. О, давай. О, видимо, все-таки, ребята, тачка у нас слабо прокачана в этом плане. Вот и все. Вот и мы и не доехали. Вот и кончился бензин. Не знаю как. Если он здесь на спуске есть. Но есть, сработал магнитик. Это очень здорово, что есть магнитик. Нас магнитик практически спас от неминуемой гибели. О, все, уже 25 тысяч мы насобирали. 500 монет, значит. Оп, давай. Так, а здесь у меня монстр-трак не проезжает, кстати. Здесь он не может проехать.
О, опять бензин заканчивается, а, вы серьезно? Да, хорошо, что просто бензин на мосту лежал. Мы его просто собрали и все. Так, вот здесь еще куча монет. Опа! Фух, хоть не разбились. И давай, еще немножечко. Хорошо, заехали. Здорово, уже почти по 2000 метров мы поехали. Так, где бензин? А вот и бензинчик, нормально. Все, монетки все собрали. Так, 700 метров осталось у нас до рекорда, чтобы рекорд побить. Ну как бы надо еще и спешить, ребята. Потому что я боюсь, бензин у нас опять закончится не в нужное время. О! Монет собрали. О, бензин уже горит. О, хорошо, успели. Будем как бы так еще в темпе вальса двигаться. Тем более монеты собирает спокойно. Вот здесь мы перепрыгнем. О, хорошо. Так, успеваем до магнитика, надеюсь. О, сейчас опять пищать начнет. Ребята. Вот, все, запищал у нас магнит. Ой, магнит, говорю. Бензин. Вот, взяли бензинчик. Давай, еще немножко, 200 метров осталось. До рекорда. Попробуем мы рекорд побить. Так. О, подъем сложный. Хотя, в принципе, справились. Так, 150 метров остается у нас. Мало, 150 метров. Ну, давай. Есть, заехали. Так, бензин, срочно мне нужен бензинчик. Ё-моё. Как бы бензинчик я вижу. Ах, кончилось топливо. Мы опять-таки сюда же и приехали. Так, дальше продолжаем играть за Рико. И сейчас посмотрим, что у нас здесь интересного будет. Так, идем. И куда идем с пятачком? Большой секрет. О, тетечка. Хотела сундучок взять, а у нее не получилось, бедолашка. Так, наверху там есть что-нибудь интересное? Вон, два ящика есть, офигеть. И отравление здесь, как назло. Так. Давайте быстрее. Так, ну мой напарник погиб, да? Это плохо. Ой, чуть не умер. Чуть не умер вообще, реально. В этом отравлении. Все, подлечился я. А, давайте здесь немножко подождем, постоим. Ну все, пошли. Вкусняшка. Кто будет брать вкусняшку? Так, ты будешь брать вкусняшку, да? Ладно, давай. Вкусняшкой. Так, давайте на кого-нибудь уже нападем-то, алло. Эй! Ты орел, ты че такой борзый? Так, все, орла уничтожили. Так, столкновение пошло. О, тетечка это. На тебе, вонючий случай, убил меня. Да. Какой он сильный был, капец. Ну, здесь, возможно, тачка будет. Не знаю, конечно, на 100%. Так, билеты. Гаечные. А, нет, тут тачки не было. Ну, ладненько, давайте играем. С кем мы будем играть, интересно? Каток, мощнобиль, реактивный кулак. А, мощнобиль против мощнобиля? Так, вторжение инопланетян? О, нет, инопланетяне. Так, а есть что-нибудь без инопланетян, слушай, а? Ух ты, все, я улетел. Так, а этот улетать не хочет, да, чувак? Ух ты. Меня отщелкало просто потихо.
Вот два мощнобиля. Кто же кого же? Кто же кого же, ребята? Оп! Коробка меня щелкнула. О, да! Ох ты! А, здесь, короче, разницы нету, я так понял. Какая у тебя тачка? Один фиг ты. Можешь выиграть, можешь проиграть. Здесь надо прокачивать просто тачки. Так, чувак улетел. О, и я тоже улетаю.